профессиональном колледже Москвы, который расположен на территории поселка Развилка, подготовка студентов ведется по 28 образовательным программам. Здесь готовят специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих авиационной, железнодорожной, сельскохозяйственной отраслей. Многих из них для предприятий округа. Контингент обучающихся в объединенном структурном подразделении на 2020-2021 год составляет 1745 человек. 937 – городской округ Домодедово, 808 – Ленинский городской округ. С весны прошлого года занятия в колледже проходили дистанционно. С 13 января образовательное учреждение вернулось к привычному очному формату обучения. Стоит отметить, что и приемная комиссия, которая стартует уже в марте, также будет проходить в стандартном режиме. Отбор проходит по конкурсу аттестатов, по среднему баллу аттестата. И в конце августа абитуриенты понимают, зачислены они на обучение в структурное подразделение в колледж Москвы или нет. Как рассказала заместитель руководителя структурного подразделения Ольга Ушакова, празднование Дня студента в Москве будет по плану, без изменений. По традиции 25 января в колледже проходит квест-игра для обучающихся. Первокурсники у нас проходят этапы. У нас распределены, как правило, этапы. Каждый этап у нас, за каждый этап отвечают старшекурсники. Какие у нас бывают этапы? Ну, получается, первый этап у нас история вообще колледжа, где задаются вопросы первокурсникам об истории колледжа, также на знание здания колледжа, сколько у нас кабинетов. Ежегодно у нас проходят концерты, праздники. На День студента мы отмечаем все это, но также нас поздравляют, мы поздравляем. Студентка выпускного третьего курса Андрея Кашкадан учится по специальности сервис на воздушном транспорте. После окончания колледжа будет работать в аэропорту Домодедово. Андрея признается, что студенческие годы стали очень интересным периодом в ее жизни. Студенчество для меня – это самореализация, это успех, я думаю. На втором курсе я участвую вот в WorldSkills, это чемпионат для молодых профессионалов. В принципе, нам дают опыт. Помимо основной учебы в колледже Московия, для студентов представлена разнообразная программа дополнительного образования. В учреждении работают несколько спортивных и технических секций, а также кружок патриотического воспитания. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.